Зарядное устройство Wimpel 57 выдает до 20 ампер на выходе и справится с аккумуляторами грузовиков. Зарядное устройство Wimpel 57 поставляется в утилитарной коробке, включающей простую инструкцию по подготовке к работе. Зарядное устройство предназначено для авто- и мотоаккумуляторов. Wimpel 57 относится к категории универсальных зарядных станций с поддержкой предпускового режима. Корпус выполнен преимущественно из пластика, с металлическим каркасом и общими габаритами 15 на 20 см. Толщина не превышает 85 мм, а общий вес равен 1 кг. С лицевой стороны зарядки Wimpel 57 расположен большой жидкокристаллический дисплей индикации процесса зарядки, отображающий информацию о ходе зарядки и параметры тока у подключенного аккумулятора. Для удобства работы в условиях ограниченной освещенности у дисплея имеется яркая подсветка. Рядом с экраном два классических потенциометра настройки напряжения и выходной силы тока, позволяющие корректировать зарядку при глубоком разряде батареи. Диапазон рабочего напряжения охватывает диапазон от 8 до 20 вольт, позволяя заряжать литий-титанатные батареи на 16 вольт. Все провода для подключения скрыты в удобной нише сзади корпуса. Провода для подключения с зажимами к аккумулятору длиной 1,5 метра. Силовой кабель питания скрывается рядом. Длина также совпадает. Основными особенностями пуска зарядного устройства Wimpel 57 является широкий охват рабочих напряжений от 7,5 до 18,5 вольт и автоматический корректор силы тока. Среди дополнительных возможностей отметим готовность прибора к использованию в качестве инвертора напряжения. С его помощью можно запитать компрессоры и система освещения рабочим напряжением 12 вольт и заодно использовать для измерения рабочего напряжения в сети.